Добрый день. Хочу оставить первый видеоотчет о нашем лечении дистанционно в клинике БР Давид. Лечение мы начали со 2 ноября. Было 2 сеанса. Есть у нас у ребенка значительное улучшение. Первый раз я позвонила, в общем, рассказала нашу проблему. Ребенку у нас год и 7. Диагноза аутизм нет, но в силу только возраста, потому что ребенок еще маленький, и наши врачи в городе не ставят за диагнозы так рано. Но я, как мама, наблюдательная, все это уже вижу, проявление, поэтому решили действовать чем раньше, тем лучше. Вот, в общем, на первом сеансе рассказала наши проблемы. Давид меня выслушал, проделали мы сеанс. После первого сеанса у нас пошло развитие, то есть ребенок вообще не развивался, то есть как бы вот мы как бы вот застопорились на вообще, то есть полностью развитие прекратилось какое-либо, ничего, никакой информации не воспринимал. То есть вот после того, как мы первый сеанс провели, ребенок у меня начал пытаться кушать сам, научился махать пока-пока, конечно, не всегда машет по настроению, но по крайней мере стал периодически повторять. Научился целоваться, лезть сам целоваться. Потом, что у нас из улучшений? После горшка одевает сам трусики. Тоже не всегда успешно, но, по крайней мере, есть продвижение. Стал имитировать какие-то слоги. Стал вообще подражать в игре, например, там папа что-то ему показывает, он тоже пытается это повторить. То есть стал потихоньку развиваться. Это прям огромно, сразу стало заметно. Мне мама приезжала в гости, тоже заметила. Вот. Но через неделю где-то после сеанса у нас начались истерики. Не знаю, с чем это было связано, просто ребенок постоянно истерил, хотя у нас, в принципе, очень спокойный. И я позвонила Давиду, ну вот это все рассказала, что у нас ребенок истерит. После вот 2 сеанса, буквально там через день, у нас ребенок истерики ушли. То есть вот как бы такие большие продвижения, я считаю, для такого маленького периода, сколько мы всего 2 сеанса провели, уже такие результаты. Еще самое важное, это после первого сеанса, из меня больше всего, ну, Давид это тоже заметил на первом нашем сеансе, что я очень сильно сама прям переживала, мне просто эта тема, то, что у ребенка аутизм, не давала мне вообще никакого покоя.